Добрый день, я Матвей, а это мой лучший друг Иисусья Тряпка. Вы скажете, о господи, куда мир катится, когда будете первый раз вытирать ей всякую хуйню. Вы с легкостью сможете замести следы убийства на вашей машине, на яхте, на троллейбусе. Решили утопить Иисусью Тряпку, а вот хрен, у нее эффект Моисея. На первый взгляд нихуя, но оказывается там вся моя моча за неделю. Можете выкинуть ее в иллюминатор, если вы космонавт. Какого черта у меня стол в санье? С помощью тряпки вы можете воровать одежду, резать, прикрывать мину, практиковать каннибализм и живодерство. Идиоты используют ее вот так. Нихуя не изменилось. Можете вернуть одежду в магазин и снова спиздить. Испачкаем бабушкин ковер барсучьим молоком. Смотрим. Так дела не делаются. Иисусе тряпка без особых проблем исправит любое положение. Берем. И если вам не понравилось, как Иисусе тряпка справилась с ситуацией, можете избить ее как свинью, тварь или как меня. Она будет этому только рада. Упс.